Ребята, я смотрю, вот вы до этого вышли очень позитивно, а сейчас вы просто счастливы, на мой взгляд. Скажите, и прав ли я? Да. Ну, чисто женский ответ, это нормально. Прав ли я? Прав ли я? Не совсем. Не совсем? В общем-то, мнение молодого сейчас немножко изменилось. А что не происходит? Но тем не менее, друзья, сейчас ребята поочередно, девушку мы пропустим вперед, исполнят свои песни, но определять победителя будет не один человек, а весь зал, то есть каждый из вас. Определять победителя мы будем по итогам исполнения обеих песен вашими аплодисментами. Мы принимаем такое волевое решение? Не слышно? Мы делаем это вместе? Ну вот отлично. И первый у нас песню поет девушка. Песня называется «А снег идет». Аплодисменты. Мы начинаем. Фантастики, ребята делают это, ведь у них было всего 40 минут, и они уложились, вы не поверите, за 39,5. Ну а мы продолжаем, и я приглашаю сюда Люсиана, песня которого это «Черный кот». Аплодисменты! Thank you.
То, что происходит сейчас, это нечто потрясающее. Ну что ж, я приглашаю к нам Настасью. Иди сюда, горячись. Итак, друзья, как мы с вами вместе договорились, мы приняли вместе это решение. Голосовать будем за каждого поочередно, и все решат именно ваши аплодисменты. Я думаю, будет правильно и логично первым проголосовать за Настасью. Ваши аплодисменты! Спасибо, друзья. И следующие аплодисменты. Люсиано, прошу. В улицу, а мы продолжаем.